перелом, чуть ли не перелом 12-13 веков. Вот. И в реконструированной форме, один умный очень человек реконструировал в Польше, вот, это как раз польская песня, она потом разошлась. Ну, это как мы сейчас пели, конечно, русскую версию, она далеко не, скорее всего, не имела связи, как мы говорили, с этим, да, с польским вариантом, но мотив похожий. А вот польская песня, она ходила и в Моравию, и там пели «Забила паненка пана, на заграде закопала, ай сапонем пошлапала». И в Украине, и в Беларуси, и в Литве она везде есть, и вот там она убила мужа-то почему? Она хотела выйти замуж за другого. Тут в этом... В этой версии только намёк есть, потому что там написано, что она замуж не пошла. Вот это я не понял. Да, и она не пошла замуж, потому что не учитывается. То есть она хотела как бы переиграть. Да. Сейчас часто делают. Да. Но сейчас убивать хоть не надо. Раньше лишь... Ну, нельзя было и не имело свестись ничего, что поделать. Вот только убить. Сейчас полегче с этим делать. Удобство. 21 век. Со всеми, брак со всеми удобствами. Да. Сейчас отвечу. Песня четвертая. Я ищу конь. А, нет, это не то. Или то. Что? А, нам весточка пришла. Вообще нам новина. Вообще не то. Все. Уже. Вообще нам новина. Это вариант происходит из Лубельшчизны. Лубельшчизна, это сейчас пока. Вот. Да, я же забыл. Стольный град, на самом деле не стольный, но тем не менее. Я работает. Люблин. Вот он Люблин. И вокруг него так называемая Любельщина. То есть это регион. Близко уже к Беларуси. Это близко к Беларуси и к Украине. То есть вот Украина начинается где-то вот здесь, вот она, вот эта Украина. А Брест, он. Выше. Он мне не хочет, я покажу. Брест, он тут. Вот Брест, вот Люблин. А Украина, вот она начинается здесь Украина, а здесь Беларусь. То есть она граничит с темой, с этим, грубо говоря. Вот. А так песня очень распространена. Во многих регионах есть разные версии. И вообще. Вот. Такая очень типичная во всех аспектах. Все, начинаем. Сталаще нам новина, пани пана зажнила, во грудку го поховала, лили на нем начала, рощни земли лилия, есть винкшо ежлия, лилия юсу росла, пани замуж не посла, ищ там девку в дужи лас, ценее кто до нас, яду, панове, небожце ка братове, по цем зеш их познала, цо ж их брачми назвала, по коніках повроних, по щоделках червоних, Пшиєхалі вшед врота, заволалі на брата, Висла братова, небожцека катова, а вітай зе братова, гдєш нам брата поджава. Внимание, сложный момент. На
на войне го послала, и мы с войны едем, и мы с войны едем, и брата не видим, и брата не видим, цего кревка на тобе, цего кревка на тобе, на Цевицку, на обе, на Цевицку, на обе. Девка куры резала, девка куры резала, на не кревка брызгала, на не кревка брызгала. Сядой, брато, воз нами, сядой, брато, воз нами, не поедем мы сами, не поедем мы сами. Як я с вами сядать мом, як я с вами сядать мом, кеды дробне дзече мом, кеды дробне дзече мом. Мы дети забежим, мы дети забежим, мы их не заставим, мы их не заставим. Выехали на поле, выехали на поле, лопатвою корале, лопатвою корале. Поцекайте те хвиле, поцекайте те хвиле, нех ще я по них схиле, нех ще я по них схиле. Не беде ще схилала, не беде ще схилала, Божих не купувала, Божих не купувала. Купючи их братишек, на имя ему Франчисек, приехали до Сини, приехали до Сини, там братовы в общине, там братовы в общине. Taka uwaga, z tej pieśni Adam Mickiewicz zrobił swoje lilie słynne. To jest Adam Mickiewicz z tej pieśni zdjął lilię, taką swoją baladę, może aliteraturizowaną, nie znam jak to nazwać. Вот. Литературную балладу переделал. Да. Интересно будет.